Папа, поест ли папа сегодня блинов? Ну, ты с хреном? Всем привет, ребята! Вы на канале Мисс Элис. И сегодня у нас долгожданная масленица! Ура! Мы сегодня будем кушать блинчики? Да, вот они. А что за блинчики? Сырами мне пока неизвестно. У нас сладкие и вкусные. Да, у нас сегодня челлендж блинный. И здесь есть как невкусные блинчики, так и вкусные. Да. Кому больше попадется вкусных, тот и выиграл. И получит какой-то неизвестный сюрприз. Да, вопрос. Будет сюрприз. Вопрос. Ну что, есть за что побороться. Кто первый тянет? Давай на камень, ножницы, да. Бумагу. Камень, ножницы, бумага, раз, два, три. Камень, ножницы, бумага, раз, два, три. О, и кто выиграл, тот первый или тот второй? Тот второй. Алиса, ну давай, тащи бумажечку из нашей мисочки. Отсюда? Отсюда тащишь бумажечку. Ну, по цвету можно и не догадаться, что там внутри. У меня вот такой цвет, и это с моей стороны. Отлично, берем блинчик. Ага, сейчас. Бумажечку. И пробуем, вкусный или невкусный. Ну, бумажечку-то убери, а тут сейчас бумажкой съешь. Ага. Да. Алиска, как думаешь, вкусный или невкусный? Я не знаю. Ну, повезло или нет? Что, вкусный? Вкусно. А что там? Абрикосик, наверное. Нет, не абрикосик. Но главное вкусное. Это апельсин, яблоко, банан. Вкусненько. Вкусненько? Ага. Так, отлично. Минус блин и Алисе 1 балл. Следующий тянет папа. Черную. И папа берет блинчик. Как думаете, вкусный, нет? Алис, как думаешь? Не знаю. Ну. Не то чтобы ужасно. Майонез. Ура! 1-0 Алиса ведет. Папа, может, любит блины с майонезом. Ну, это не папа. Алиска, ты выигрываешь. Класс. Фиолетовый, розовенький. Розовенький, это фиолетовый, какой же это розовенький. Так, ну что, Алиса, давай пробовать свой второй блин. Страшно? Что там? Такое молчание. Что, невкусно? Это сметана. Это сметана, но это вкусно. Это же традиционная еда. Блинчики со сметаной. У Алисы 2 балла. Серебряный папа берет. Ну что, папа, повезет тебе, не повезет? Папа, поест ли папа сегодня блинов? Ну, это с хреном? Ну, а я хочу сказать, прикольно. Да. Нет, просто люблю все очень острое. И даже блинчики. На самом деле вкусно. Так, Нет, ну что? Ну, конечно, не будем. Алиса, тебе везет сегодня твой день? 2-0. Так, у тебя такой коричневенький. О, ну бери свой блин. Вот он. Я подозреваю, что там внутри. А мне вообще это можно есть? Можно. Пробуй. Мне кажется, сейчас балла в Алисе не будет. Что, гадость? Вкусно? Что? Ты уверена? Угу. Как тебе, папа? Это морская капуста. Да, это морская капуста. И как он? Не-не, Алисе все нравится. Алис, ну балл мы тебе не засчитываем. 2-0. Главное вкусно. Алиса все съест. Алиса у нас такая, она съест все. Алис, сейчас папа тянет. Я зелененький взял. Вот, так, давай, папа, зелененький. На самом деле, я думал, до этого нужно было брать самые большие блины. Вкусные наверняка. Так.
Папа. Ну, это соли, видимо. Там много соли. Папа, прям тебе сегодня везет. У тебя сегодня реально масленица. Алисенька, 2-0. Ну, у тебя уже просто вообще все шансы выиграть. Я соленый, да? Бери. Папа, соленый? Ой, вкусный, да? О, Алиске достался самый большой блинчик. Наверняка самый вкусный. Ну как? Все, Алиска застряла. С ягодами. С ягодами. 3-0, ура, Алиска. Ну все, мы потеряли Алиску, у нас перерыв на обед. Папа, последний блинчик. Ну, последний хоть повезет. Да, повезло. Какая ореховая паста. Арахисовая паста. А можно мне попробовать? Я люблю такую. Ой, вкусняшка. Ну, хоть не в сухую, папа. Ты попробовала взяла или съесть? У тебя целый бал. Так, со счетом, с полным ртом, и со счетом 3-1 победила кто? Алиска! Алиска, 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 Алиска. Папа, как всегда, не везет. Папе, как всегда, не везет. Но папа зато попробовал уже в самом конце, закусился вкусным блинчиком. Так, ну что, друзья, мы вас поздравляем тоже с масленицей, а Алиске дарим вот такой вот сюрприз. Она его заслужила. С котиками. С котиками. Это какой-то новый сюрприз. Звездные котята. Блин, мне интересно, если бы я выиграл, что бы мне подарили. Звездного котенка тебе подарили. Так, папа, конфеты держи. Тебе тоже суперприз. Конфетка. И вкладыш. Вот такой котенок попался. Ну, пантиком. Ой, девочка. Ее зовут Комета. Комета. Ничего себе. Крутая киська. Да, мне Комета попалась. Ну, у тебя таких ребята, еще не было, да? Ребята, пишите, у вас есть девочка-комета? Какая хорошенькая кошечка. Держи. Кошечка любит блинчики. Ты ее угости блинчиком со сметанкой. Кошечки любят сметанку. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Папе за выдержку. Алиске за победу. Мы вас любим и до новых встреч в новом видео.